Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Ребята, привет! Здрасте! Здравствуйте! Ребята, давайте с вами знакомиться. Меня зовут Света, а вас? Меня Соня. Меня Саша. Соня и Саша, очень приятно. Ребят, мы с вами на протяжении 4 дней будем находиться в стране безопасности. А вы знаете, что это за место такое? Это такое место, где везде безопасно и там, где ни один человек не пострадает. Молодец, Соня. Саша, что ты хотел сказать? Это такое место, где с нами все в порядке будет и ничего с нами не случится, не сможет. Какие вы умнички, правильно все сказали, молодцы, ребята. Но я хочу еще более подробно вам и нашим маленьким телезрителям объяснить, что такое страна безопасности. Давайте присядем с вами. Итак, страна безопасности – это удивительное место, ребята. Оно единственное на Земле. И здесь с вами, как вы сказали правильно, ничего плохого не случится. На протяжении 4 дней мы будем с вами учиться простым правилам безопасного поведения в любой ситуации. Первый – это момент. И второй, ребята, это конкурс. А поэтому в конце нашей игры определится победитель, который получит главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка не останется. Вы оказались юбилейной 25-й командой ребят, которые принимали участие в нашем конкурсе. Это очень почетно, ребята, но не менее ответственно. Скажите мне, вы готовы бороться? Да. Отлично, хорошо. Начнем с разгадывания загадок. Я буду вам читать загадку, а вам, ребята, надо будет найти отгадку на стенде. Твой, Софья, вот этот, а твой, Саш, справа. И на скорость принести правильную картинку мне. Каждый правильный ответ стоит 1 фишку. И еще у вас есть шанс заработать еще 1 фишку. Правильно, Саш, за скорость. Поскольку сегодня первый у нас конкурсный день, я хочу вам еще дать 1 маленькую подсказку. Все загадки будут связаны с видами транспорта. Ну что, готовы? Да. Хорошо, тогда начинаем. Ездит быстро, не летает. Счетчик денежки считает. Всех, кто просит довези, довезет всегда. Побежали. Быстрее, Соня. Такси. Правильно, такси, Сонь, такси. Верни назад автобус, может быть, он тебе еще пригодится. Такси, правильная отгадка на эту загадку. Поэтому тебе, Саш, 2 фишки, а Сонечка будет стараться зарабатывать на следующей загадке. Договорились? Тот так сильно тарахтит и быстрее ветра мчит. Скорость просто чудеса. А всего 2 колеса. Побежали! Молодец! Молодцы! Ответили вдвоем правильно. Что это у нас такое? Мотоцикл. Мотоцикл. Сонь, ну вот видишь, включила скорость и сразу зарабатываешь 2 фишки. Умничка. А ты, Саша, тоже зарабатываешь, но 1 фишку. Держи, клади в свою коробочку, Сонь. Свою коробочку бери себе. Одинаковые цвета. Да? И 2 фишки желтых, а мне 1. Отлично. Третья загадка, слушаем. Под землею с давних пор понарыто много нор. И по ним туда-сюда быстро ездят поезда. Саша раньше времени стартанул. Так, ну хорошо. Раньше времени в следующий раз, а иначе фишки буду тебя забирать. Ребят, что это, о чем речь идет в этой загадке? Метро. Метро, правильно. Ответили правильно вдвоем. И ответили одновременно, и очень быстро. Поэтому каждому из вас по 2 фишки. Держи, Саш, твои 2. О, видишь, опять 1 цвета попали. И тебе, Сонечка. И последняя загадка. Будьте внимательны. Последняя возможность в этом конкурсе заработать фишки. Кто мне скажет, что за птица в небесах, как ветер мчится? Белый чертит за собой след лазури голубой, а ведет ее пилот. Что же это? Марш! Самолет! Правильно, самолет. Что тебе, это магнитик тормознул, Софья? Ну ничего, за скорость фишку получает Саша, а за правильный ответ Сонечка. Молодцы, ребята. Очень хорошо, быстро вы справились с моим первым заданием. Давайте посчитаем, сколько фишек вы заработали в первом конкурсе. Сонечка, считай свои, а Саша свои. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У Саши 7, а у Сонечки? 1, 2, 3, 5. Хорошо, практически равный счет. Ребята, мы сейчас с вами отгадывали загадки про метро, мотоцикл, такси, самолет. Скажите, пожалуйста, а может ли каким-то образом воздействовать на эти виды транспорта регулировщик? Давайте будем отвечать по очереди. Сонечка, может ли регулировщик давать указания водителю такси?
регулировщик и водитель такси. Саша, ты молчишь. Это к Соне вопрос. Может давать? Просто можешь коротко сказать, да, нет. Регулировщик может давать указания водителю такси? Я просто не знаю, кто такой регулировщик. Да. Это работник госавтоинспекции, который стоит на дороге и регулирует движение. У него еще в руках такой жезл, палочка жезл называется. И он показывает, может. Кому. Может, конечно, может, правильно. Саш, к тебе вопрос. А может ли регулировщик управлять мотоциклистом? Может. Может. А скажите, пожалуйста, а самолетом и метро, Сонь? Нет. Нет. Почему ты мне за Соню отвечаешь? И скажи, Саша, еще на такой вопрос ответь. Почему так важна и ответственна профессия инспектора ГАИ? Как ты считаешь? Ну, чтобы автомобили не врезались, потому что некоторые могут разгоняться до определенной скорости и даже больше. Правильно, Саша. То есть инспекторы ГАИ, они регулируют движение и таким образом обеспечивают нашу безопасность. Да? Очень важная профессия. И сейчас я хочу вас познакомить с человеком, как раз таки представителем этой очень важной и ответственной профессии. Инспектора ГАИ. Она готова уже выйти с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, здравствуйте. 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 Меня зовут Ольга Геннадьевна, но вы меня можете звать просто тетя Оля. Я работаю в госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ делают все, чтобы на улицах нашей страны и такие ребята, как вы, и взрослые, чувствовали себя в полной безопасности. Пора в школу. К этому надо серьезно готовиться. И не только сложить все, что нужно в рюкзак. Важно выбрать самый безопасный маршрут движения к школе, и лучше это сделать с родителями. Выбирать маршрут движения в школу надо так, чтобы было как можно меньше пересечений тротуара с проезжей части и не было интенсивного движения транспорта. Тогда дорога будет безопаснее. Пересекать проезжую часть надо только по пешеходному переходу. Кстати, среди наземных пешеходных переходов есть переход со светофором и зебра. Зебра – это специально отмеченное полосками место на проезжей части для перехода дороги. Но светофора там нет. Если по дороге к школе можно выбрать зебру или переход через светофор, то как будет поступить безопаснее? Ребят, как вы думаете, как безопаснее? По зебре переходить дорогу, либо по светофору? По светофору. Правильно, Сонечка, по светофору. Правильно. Лучше переходить дорогу по светофору. Это более безопасный переход, чем зебра. Когда идете по улицам города, будьте осторожны, не торопитесь. Идти нужно только по тротуару. Меньше переходов – меньше опасности. Проходя мимо ворот, арок, будьте особенно осторожны. Из них может выехать автомобиль. Осторожно проходите мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть дверь и ударить вас. А вот о том, какие опасности могут встретиться вам еще по пути, мы поговорим в следующий раз. Сейчас я прощаюсь с вами до завтра и желаю каждому из вас удачи в игре и безопасности в жизни. Ребята, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению. Но это еще не все испытания, которые я для вас сегодня подготовила. Впереди у нас еще очень интересный конкурс, он так смешно называется. Называется он «Руки, головы, хвосты». И тому из вас, кто внимательно слушал тетю Олю, будет очень легко справиться с поставленной мною задачей. Давайте для того, чтобы легче было нам выполнять этот конкурс, вы подниметесь, остановитесь вон там. Саша, ближе к Соне подойди. Итак, ребята, условия этого конкурса таковы. Я буду читать вам фразу. Если вы с ней согласны, то вам необходимо кивать быстренько головой и вилять воображаемым хвостиком. Как будто бы у вас сзади есть хвостик, вы им виляете. Да? Получится у вас? Мы сейчас потренируемся. А если вы не согласны с моей фразой, то нужно отрицательно качать головой и ручки спрятать за спину. Давайте потренируемся, чтобы я увидела, поняли вы меня или нет. Итак, вы согласны. Дайте мне знать, что вы согласны. Что мы делаем, когда согласны? И? Так, вы не согласны? Уже не виляем, уже просто ручки спрятали, да, Сонь? Если сложно одновременно и вилять хвостиком, и качать головой, то сначала можете качать, а потом вилять. Хорошо? Ребят, в этом конкурсе у вас есть возможность заработать очень много фишек. Здесь правильный ответ стоит 3 фишки и плюс 2 фишки за скорость. Поэтому 5 фишек за каждую фразу. Итак, я читаю первую фразу. Пересекать проезжую часть надо только по пешеходному переходу.
остановить. В общем, потому что вы виляли хвостиками, я поняла, что вы согласны с фразой моей, да, Саш? Mm-hmm. Начали отвечать вы одновременно, поэтому каждому по 3 фишки за правильный ответ. И плюс по 2 фишки за скорость. За скорость. За скорость, да. Старайтесь оторваться друг от дружки, так что кому-то... Так. Повезло больше. Да, кому-то ж... Вот так, Соня, чтобы не перепутать. Дальше, вторая фраза. Если никто не видит, то правила дорожного движения можно не соблюдать. Правильно, молодцы ребята. Но Саша, Сонечка, чуть-чуть раньше тебя сообразил, поэтому он 5 фишек зарабатывает, а ты зарабатываешь 3. Так, Сонечке 3. Следующую фразу я уже читаю. Не забывайте про скорость. Зебра – это специально отмеченное место для перехода дороги. Молодцы. Итак, ребята, молодцы, ответили правильно и одновременно, поэтому каждому по 5 фишек. Молодцы. Еще одна фраза у нас остается. И последняя возможность заработать фишки. Так что будьте начеку. Я уже читаю эту фразу. Если на проезжей части нет машин, то там можно поиграть в футбол. А ручки где? Правильно, Сонечка, ты правильно сразу сообразила, только забыла ручки. И Саша все-таки сделал это быстрее, поэтому правильный ответ. Но главное, что вы знаете, как в такой ситуации можно что делать и нельзя. Соня, 3 фишки и 5 фишек Саша. Все, можете присаживаться. Итак, ребята, первый конкурсный день завершился. И сейчас нам нужно с вами посчитать, сколько фишек заработали. Поэтому быстренько считайте. Я записала. 21. Итак, ребята, на сегодня все. В первом конкурсном дне победил Саша, у него 27 фишек, и у Сонечки 21. Но выводы делать, ребята, еще слишком рано, потому что впереди еще 3 дня соревнований. Да, Соня, потом с этим. Сегодня мы с вами прощаемся и встречаемся завтра. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока.